форуму начинается с Якутии. Евгений Заборовский, Павел Пшенников. Вести. Якутск. Мы продолжаем выпуск и переходим к региональным вестям. Здравствуйте. На федеральном телеканале «Россия» Магаданские вести. В студии Анастасия Киреева. Сегодня в выпуске. Все уровни сложности смогли попробовать магаданцы. На Колыме впервые прошел математический флешмоб. Почти что месяц упорно боролись за место лидера. В столице региона завершился турнир «Кожаный мяч». Волшебная Колыма прилетела по воздуху. Первые 300 экземпляров новой книги издательства «Охотник» привезли в регион. Провалилась в открытый люк и едва не погибла. Магаданские спасатели приехали на вызов жителей моргородка, которые услышали вой собаки, доносившейся из колодца. Спасательная операция заняла